Вчера Тамарка сбежала из тюрьмы. Она сама толком и не поняла, как у нее это удалось. Она ничего не планировала и ничего не готовила. Просто она была беременна. А местная врачиха в колонии ничего не соображала в гинекологии. У нее там два дыхания, три сердцебиения. Она сама направила ее на обследование к городскому врачу. Под конвоем Тамару повезли в больничку. Которая по необходимости обслуживала женскую колонию на осмотр. Конвоир заболтался с медсестрой. Дамара зашла в туалет, она и не собиралась убегать. Но там было большое окно без решеток, а сразу под ним крыша какого-то сарая. Была весна, окно было открыто. Дамара и сама не поняла, как оказалось, во дворе больницы, куда бежать, где прятаться. В этом городе у нее никого не было. В колонию ее привезли совсем из другого региона. Денег нет, на ней тюремная одежда. Куда? Кто ей поможет? На вокзал. А где здесь вокзал? Уж лучше в лес. Тамара почти бежала по незнакомым улицам, инстинктивно устраняясь на окраинах. Каждую секунду Тамара с ужасом думала о том, что она наделала ведь наверняка уже подняли тревогу и ее ищут. Она прекрасно понимала, что за побег ей добавит срок. Но она была беременна. Может быть, они с ней зайдут до снисхождения. Ее ребенок скоро должен родиться. И она не могла допустить, чтобы ребенок. Почему она все время думает о нем в единственном числе? Тамара еще не осознала просто – что только что на УЗИ ей сказали, что у нее будет тройня. Она просто не могла допустить, чтобы ее дети родились за решеткой. Будь что будет, пусть ей прибавит срок, но в этот мир ее дети придут на свободе. Довольно скоро она вышла за город. Идти по дороге было утопией, и Тамара свернула в лесополосу. В лесу было прохладно, она нашла ручей и позволила себе отдохнуть но совсем недолго. Потом она встала и отправилась в путь. Все дальше и дальше женщина уходила от дорог, населенных пунктов и цивилизации. У нее с собой не было ничего, кроме того, что одета на себе. Ни ножа, ни спичек, ничего. Но с каждым шагом и с каждой секундой она просто чувствовала себя неимоверно счастливой. Весна была поздняя, приближалось лето. Ночью было очень тепло, и костер там Марии не требовался. Питалась она грибами, которые высушивала днем на солнце, а потом ела сухими, запивая водой. Удивительно, но сухие грибы были почему-то сладкими. В лесу ягод было не в проворот. Попадались дикие яблони, а воду она брала из ручьев. На одном месте Тамара не засиживалась, старалась переходить с места на место. С одной стороны, даже хорошо было, что она не разводила костров. Тем сложнее было ее отыскать, если ее вообще, конечно, искали. По ее подсчетам, родить она должна была в конце лета, в начале осени. Короче, где-то в сентябре. Что будет дальше? Что она будет делать потом? Как жить? Куда податься и как зимовать с тремя детьми? Дамара даже думать боялась. А потому, чтобы не расстраиваться, она и не думала: как-то раз она набрела на какую-то заброшенную стоянку туристов. Ей повезло, там никого не было. Зато удалось найти большой кусок полиэтилена. Дамара забрала его и поспешила удалиться. Когда нет компаса и ориентира, человек может начать ходить по лесу по кругу. Тут нет ничего мистического, простая физиология. У каждого человека одна нога, хоть немного, хоть на миллиметр, но короче другой. И, как правило, этого достаточно, чтобы заблудиться. Человек стал делать больший круг с наклоном в сторону более короткой ноги. Тамара не заблудилась, но и определенного места, куда бы она шла, у нее не было. А потому был риск, что она может случайно выйти к человеческому жилью. При помощи найденного куска полиэтилена Тамара пряталась от дождя и укрывалась им ночью. Она начала ловить себя на мысль, что такая жизнь ей нравится. И если бы не суровая зима, то она бы, наверное, осталась жить в лесу навсегда и воспитывала бы своих детей как лесных жителей. Ну а что им делать в городе? Жить среди людей. Которые могут в любой момент подставить их, как подставили ее, лишить имущества и свободы. Дамара вспоминала про отшельницу Агафию Лыкову семья, которая ушла в тайгу еще во время революции, и ведь не побоялись. Однако у них в семье были мужчины, которые могли построить хоть какое-то жилье. Она же могла построить только шалаш и говорить о том, чтобы зимовать с тремя детьми в шалаше уже не приходилось. Значит, ей придется после родов с наступлением холодов выходить к людям, прятаться или сдаться, отдать детей кому-нибудь на воспитание или в детский дом. От таких мыслей голова шла кругом. Тамара решила ни о чем не думать, а просто плыть по течению, как первый опавший осенний лист по лесной речке. Она жила одним днем. Нашла ягоды. Хорошо, нашла грибы еще лучше. Набрела на дикую яблоньку. Так совсем отлично. И вот однажды утром Тамара почувствовала резкую боль в пояснице. Она поняла, начинаются схватки. Пришло время ее мальчикам появиться на свет. На самом деле Тамара боялась этого больше всего и боялась признаться в этом даже самой себе. Это были ее первые роды что и как она знала только теоретически. А вдруг ей понадобится помощь? Родить за раз троих детей. Как и предполагала несчастная женщина, что-то пошло не так. Она тужилась, тужилась, но первый ребенок никак не хотел выходить. Женщина была морально уже готова отправиться к людям, но она даже представления не имела, в какую сторону идти. Да, и идти она уже не могла. Тамара опустилась на землю в выбившиеся силы и стала просить прощения у своих мальчиков за то, что они, видимо, даже не увидят белый свет. Она прощалась с жизнью. И вдруг, откуда ни возьмись, прямо из леса вышли три волка. Очевидно, они уже давно брели за на запах. Волки довольно умные животные. Они не будут тратить силы, чтобы нападать на существо, которая ослаблена. Они просто подождут, когда их жертва ляжет. Первый волк подошел к Тамаре. Она зажмурилась и стала шепотом просить животное прекратить ее мучение. Но, вопреки странным просьбам, которые волк, слава богу, не понимал, он встал лапами на живот Тамарии и стал помогать выходить ребенку. С последующей схваткой она разродилась и услышала плач ребенка. Волк осторожно взял младенца и куда-то понес. Тамара была не в силах сопротивляться. На подходе был второй малыш. Его также подхватил волк и куда-то понес. Одного за другим волки вынимали младенцев из живота Тамары и куда-то уносили. Она потеряла сознание от боли и усталости. Во время родов каждая женщина испытывает такую боль, как если бы у нее одновременно были сломаны двадцать костей. Домаре было не до борьбы. Когда она очнулась, то обнаружила, что находится в каком-то доме. Стены были бревенчатые, окна небольшие, но через них проходило достаточно света. Дамара давно уже не была в домашних условиях и почувствовала себя очень уютно. Убранство было не просто деревенское, а даже аскетическое. Тут вдруг она вспомнила, что вообще-то рожала. Дети-волки. Ее детей унесли в волки. Паника охватила Тамару. Но вдруг она услышала детский плач прямо тут, в соседней комнате. Тамара кинулась туда в надежде, что хотя бы один ребенок спасся. И, о а чудо, все трое ее мальчиков лежали на кровати, застеленной лоскутным одеялом. Дети были запеленуты, хоть и не очень умело. Но кто, как, где она вообще находится? И вскоре ей представился случай познакомиться с хозяином. Тут жил отшельник, не очень молодой, старше Тамары, но и далеко не старый мужчина. Как оказалось, те волки были волчицами. Они были волками этого отшельника, он вырастил их с младенчества. Они остались без матери из-за браконьеров. Детей они принесли отшельнику, а потом отвели его и к матери. Он сам принес ее в свою избушку на руках. Когда Тамара собиралась уходить, отшельник предложил ей остаться вместе с детьми хотя бы на зиму. Припасов у него много, да и волчицы всегда успешно охотились. А там она решит сама, что ей делать. Для Тамары это был отличный вариант. И она согласилась. Она не спрашивала отшельника, как он тут оказался. А он не спрашивал ее. Прошло не так уж много времени, как они полюбили друг друга. Тамара решила остаться тут навсегда. Все было, как она хотела. Лес, природа и никаких людей. Идеальное место для ребятишек. Лишь только, когда Тамара обнаружила, что беременна, решилась рассказать своему отшельнику, что она беглая. Он посмотрел на свою жену и улыбнулся. Он давно знал об этом, догадался по той одежде, в которую она к нему пришла. Вскоре в лесу родились три девочки. Вот такая удивительная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего!